автономия, отмечает сегодня 15 лет свой юбилей. И за эти годы мы много вкладов внесли в Омский регион, это с культурной стороны. Это вот все мероприятия, которые... Вчерашний вот у нас праздник был, День единства, День единения народов, День города, 9 мая, День защиты детей, праздник весны Наурус. Ну, у нас есть газета, у нас есть журнал, а так сказать, чтобы именно сколько людей, это невозможно, так как она считается общественной организацией. Здесь все казахи, которые живут в Омской области, все они считаются под автономией. Поэтому сказать, что тут 10 человек, 100 человек, этого невозможно. Так считаемся все жители Омского региона, это 80 тысяч казахов. Все мы считаемся, вот, под, думаю, все считают себя под автономией. И мы стараемся все, во всех вопросах с всеми сотрудничать, всем помочь, и бывают разные вопросы, разные ситуации, помочь вот в призывных комиссиях. Также я сам член призывной комиссии Омской области, и вот стараюсь. Да вот мы над этим все мы работаем, чтобы сохранить культуру, традиции, обычаи, быт, язык, чтобы завтра наш молодежь, чтобы у нас, нам не говорили, чтобы у нас не требовали, вот вы нам не объясняли, вот вы нам не говорили. Если бы мы все это знали, мы все это сохранили, мы все это... Вот над этим мы все работаем. Наша основная цель — автономия, сохранить традиции, обычаи, культ казахского народа. Oh,
Региональная казахская национальная культурная автономия собирает друзей. Ведь сегодня нам 15 лет. Уважаемые гости, со словами приветствия к вам обращается заместитель председателя правительства Омской области, руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Владимир Борисович Чампанищиков. Дорогие друзья, позвольте мне от имени губернатора Омской области, представителя правительства Омской области Виктора Ивановича Назарова, всех своих коллег по правительству поздравить вас с сегодняшним праздником и зачитать приветственный адрес губернатора. Правительство Омской области поздравляет вас с 15-летием создания региональной казахской национально-культурной автономии Омской области. Своей деятельностью, направленной на сохранение родного языка и возрождение народных традиций, являющихся частью богатейшего культурного наследия народов Омского Прииртышья, вы помогаете людям ощутить связь времен поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору в истоках народной мудрости и культуры. Молодежные, творческие и спортивные объединения автономии активно участвуют в общественной жизни региона, вносят весомый вклад в этнокультурное развитие народа. Укрепление межнационального согласия в Омской области. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов во всем. Пусть удача остается неизменной спутницей ваших начинаний, а жизнь дарит только добрые события, интересные проекты и новые планы. Губернатор Омской области, председатель правительства Омской области Виктор Иванович Назаров. С праздником вас! Ассаламу алейкум, қадірлі құрметті, бүгінгі біздің мерейтойымызға келіп отырған қауым. Здравствуйте, уважаемые гости. Мы вас приветствуем сегодня в нашем юбилейном вечере. Общественная организация региональная казахская национальная культурная автономия сегодня 15 лет. 15 лет тому назад Жан Усманбек Бескенович создал эту организацию. За эти годы организация внесла большую лепту в культурной жизни Омского региона. И мы в областных и в городских, во всех мероприятиях практически участвовали и будем участвовать во благо нашего региона. Это буквально вчерашний праздник, день единения, на день города, вы сами сейчас видели. На 9 мая, день защиты детей и весенний тюркский праздник тюркских народов. Наурус раз в 3 года проводится в областном масштабе, ежегодно проводится городской Наурус. Цель автономии – это сохранение традиций, обычаев, языка, воспитание молодежи, о культуре нашего народа, потому что есть у казаха пословица «Барлық тілін бәрін-бір, өз тіліңді қадірле, знай все языки и традиции, но цени и уважай свой родной язык и традиции своего народа». Сондайында тағы бірлік бар жерде тірлік бар. Где есть единство, там всегда есть жизнь. Это пословица нашего казахского народа. И я благодарю всех здесь присутствующих за то, что вы приехали поддержать и поздравлять. Также благодарю правительство Омской области в лице губернатора Виктора Ивановича. Благодарю администрация города Омска, также дом дружбы нашего, который объединяет все культурные организации, которые также руководители здесь присутствуют. Всем всех благ, счастья, успехов. Барлықтарыңызға бүгінгі келгендеріңізге көптен көп рахмет.
главного вокального ансамбля «Аманат» Миру Нурмагомбетову. Когда груди прижмул степной простор, волной озерной утолю свой взор, тогда душой воспрянут в Сарыарке ветра шелков нежней. Я их люблю и до скончания дней любить не перестану. Ассаламу алейкум, құрметті қауым, мерекелеріңіз құтты болсын. Қошаметтеріңізбен қабылыңыздар, қалеке. Шығарақыңыз, қалеке, қалеке. Айтқандарыңыз сәлеміңіздер, шығарақпен, мақаматтен, қалеке.
походы. Келбетіне таңсанам, жұлдыз бұсын аймұсын. Басы болып дән саған, қалықта ғанаймұсын. Салтанет әлімен, аралаймын күл бақты. Сүйдім сені жанымен, шырымдайсын балдатты. Асқында қараймын жұлдыз. Жатира, жасы күрім мүрмет.
первого президента региональной казахской национальной культурной автономии Жунусова Ануарбека Бейсгеновича. Уважаемая Багдат Тате, мы рады видеть вас сегодня в этом зале. Разрешите следующий номер подарить вам. Thank you.
лауреаты конкурса «Жас Дарын», молодые таланты, дуэт Асылбек Айтымов и Канат Мугушев.
Большого количества людей, которые входят в актив национально-культурной, региональной, национально-культурной автономии Омской области по сохранению мира, по сохранению добрососедских отношений, по взаимопониманию между народами Омского Прииртышья. Вы знаете, на самом деле это ежедневный труд, это ежедневный вклад каждого человека. И, конечно, с этой сцены я не могу не сказать еще раз слова благодарности ушедшему, к сожалению, из жизни Анарбеку Бескеновичу Жунусову и его супруге. Спасибо большое, потому что это был человек высокого полета. Это был посол мира. По-другому я его внутри не называла. Со своим внутренним состоянием понимания, что Омский регион – это регион, который сегодня на российском небосклоне считается одним из самых лучших с точки зрения сохранения межнационального мира. И этот посол создал все, чтобы мы сегодня могли говорить. Его знамя достойно принял Бата Зинил Кабидинович. Я думаю, что то, что произошло даже за этот год, то, что у вас создана молодежная организация «Казахи Омска», молодцы ребята, которые просто хотят, несутся, сохранить свою культуру, привлекают в свой круг людей самых разных национальностей, молодежь самых разных национальностей. Я уверена, что то, что заложено за эти 15 лет, достойно, с уважением, с мудростью, которая была присуща Анарбеку Бескеновичу, будет продолжаться нынешним президентом и людей, которые рядом с ним. Потому что
то, что было привнесено, оно уже сегодня с нами и в наших сердцах. Я желаю региональной казахской национальной культурной автономии от Омского дома дружбы. Сегодня выйдут на эту сцену еще руководители национально-культурных объединений. От регионального отделения партии «Единая Россия» от Александра Васильевича Артемова. Чтобы вы процветали, чтобы то добро, ту мудрость по сохранению своих традиций, по сохранению добрососедских отношений вы продолжали нести вот с таким же открытым сердцем, с таким же чистым взглядом и с такой улыбкой, с которой всегда вы шли эти 15 лет. От всей души, если можно ко мне, да, подойдите, пожалуйста. От всей души я вручаю вам благодарственный адрес и поздравительный пакет от регионального отделения партии «Единая Россия». Не буду, коллеги, зачитывать, потому что иначе, но там очень теплые, добрые слова с хорошими пожеланиями. От всей души традиционно от Омского дома дружбы мы вручаем всегда теплый подарок для того, чтобы можно было вместе с друзьями за круглым столом посидеть, обсудить насущные дела, и чтобы это тепло оставалось у всех в душе. Я закончу. Я тогда закончу. Творческого долголетия, дружной работы, неиссякаемой энергии, здоровья, мира, добра, благополучия и благоденствия вам и вашим близким. Уважаемая Наталья Альфредовна и Елена Васильевна, огромное спасибо за поздравление. Примите от нас скромный подарок и благодарственный адрес. Спасибо вам за поддержку.
друзья! Сегодня с нами в день юбилея наши добрые соседи, руководители национально-культурных объединений. Мы с огромной радостью приглашаем их на сцену. Встречайте! Жумусова Алтынай Хайдуловна, руководитель Сибирского центра казахской культуры «БЗДР». Альшанов Бахаджан Бахрединович, президент региональной общественной организации казахов Омской области «Единство». Жумабай Кермак Султанович, председатель Омской региональной общественной организации «Возрождение казахских традиций» Учхана. Даниил Викторович, президент региональной общественной организации Омский областной финно-угорский культурный центр. Забиров Рафаэль Алматович, председатель общественной организации региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият». Ассаламу алейкум. Здравствуйте, друзья. Я очень рад сегодня присутствовать в этом зале. Карсалмыз, да? Нет, Алтынай Хайдуловна большой. Нет рядом. Бата, Аллах жасаны, он бес шоу автономия от Алатыра. Аллах жасаны, қайырлы болсын, мерекелеріңіз жақсы болсын. Осылай так, қазақтың дәстүрін көтеріп осылай жүреміздер. Желаю развивать казахскую культуру в городе Омске, Омской области, развитие народного прикладного творчества, сохранение обычаев и воспитание у молодежи уважения к старшим. Поздравляю! Рахмет сізге, Бақытжан аға. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогой Батан. Искренне я рад, что сегодня присутствую здесь. На самом деле, вот смотришь, насколько тоже разнообразна казахская культура. Как дастрахан вкусный и сладкий, да, так и эта культура. Чем больше смотришь, тем больше приятно смотреть его. На протяжении нескольких веков казахи, живущие на Омске, прииртыше, бок о бок, мирно, дружно созидали, творили на Омской земле, показали свою культуру, свой труд, свою работу. И вместе с русским народом, вместе с другими народами они поднимали, поддерживали экономику, культуру нашего региона. Я от всей души сегодня присоединяюсь ко всем теплым поздравлениям. Хочу, чтобы вот этот дом, мирный дом, наш Омский дом, Омский регион, этот сибирский маленький, вот как бы сказать, кусочек земли, где вот большие труды вложили, и вот как вот говорили наши оппоненты, вот и Наталья Алфеевна, в том числе и до этого, как бы показывали, говорили про Анардыка Жунусова, на самом деле это те глибы, которые закладывали вот такой прекрасный твердый фундамент, вот благодаря чему мы сегодня как бы собираемся, радуемся, живем друг с другом именно вот в том ракурсе, что это и требуется, и хочется от нас, от всех. Я в зале очень много молодежи, я смотрю, обращаюсь именно молодежи. Иной раз и в семьях бывают вопросы, когда дети и члены семьи друг друга могут не понять. Но учитывая, что вот такой многоликовый, многообразный в Омске живут столько разных народов, и вот эти народы, вот все друг другу, такое уважение и взаимопонимание должны иметь, чтобы мы могли вот этот общий прекрасный наш Омский дом достраивать во благо будущего, ваших будущих. Вот я хочу еще раз поздравить вам, пожелать счастья, процветания и благополучия. И вот подарок хочу дать, вот волшебный инструмент, это армянский дудук, бада.
Я тебя очень прошу, чтобы в следующий раз эти звуки волшебные пускай всегда сопровождают казахскую культуру. Вот научишься, я не знаю, умеешь ты его? Сильно вот не надо давить, пожалуйста. Спасибо огромное. Добрый вечер, друзья. Я тоже в свою очередь соединяюсь с моим товарищем. Хочу поздравить с юбилеем. Это на самом деле для организации 15 лет, мне такая же очень большой срок. Вы так хорошо развиваетесь, вы хорошо держитесь, что у меня просто добрый, хороший товарищ в зависть. Ну, хотели бы наша организация тоже продолжить ваши какие-то традиции и развиваться. С праздником вас, с юбилеем! Құрманды өркетеңіздерімен қымбатты ағайын бір туғандар. Байрамдарыңыз құт болсын. Уважаемый Батахажи, от имени киргизской диаспоры, позвольте мне поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам и вашим членам вашей организации всех благ, здоровья, благополучия и процветания. И позвольте от имени нашей диаспоры поздравить вас и вручить подарок. Этот подарок, как бы, чтобы вы достойно продолжали дело, начатое нашим многоуважаемым Анвар ага. Дай Бог вам здоровья в этом облище. Ассаламу алейкум, азиз мехмонлар. Табриклаймын сізді юбилей байрамларыңыз білі. Мен хочу поздравить от имени узбекской диаспоры Омской области, от руководства Омской областной общественной организации «Задружество узбекистанцев» с юбилеем. Много-много лет желаю процветания, благополучия вашим близким, друзьям, всему казахскому народу, Омского проектища. Я уверен и желаю, что вы начали дело Анвар Бекхаджи, продолжите ему уже 6 лет совместно. Проводили много праздников, были как братья. Мы все братья, но Анвар Бекхаджи особенно близкие, как братьям узбеков, киргизов, таджиков. Считал, он был для нас старшим братом. Батахаджи всегда был рядом с нами во всех этих мероприятиях. Я думаю, что дальнейшая судьба региональной национальной культурной автономии казахов в Омской области в надежных руках. Мы будем всегда рядом с вами, поддерживать вас и также ждем поддержки от вас. Всегда будем как братья выступать на Омской земле, сохранять культуру нашу, тюркскую культуру. Вот не зря в Омском доме дружбы есть тюркский сектор. Есть, где мы все братья с русскими, но ближе, конечно, тюркские братья. Еще ближе, как бы, на одного отца, наверное. Ближе к Пакхуме, да? Я еще раз хочу, чтобы у вас, в ваших юртах всегда был свет, всегда дастарханы были полны, и никогда не исчезал детский смех в ваших домах, чтобы всегда у вас были хорошие луга, жирные лошади для того, чтобы бешбармак приготовить и нас позвать. Спасибо. Егеменді Қазақстанның ұзыдан келген бауырлар, қош келіпсіздер. Автономия 15 жыл дейді. Кешегіде біз 25-ке келдік. Бота бауырым, енді 10 жас кіші боларсыз енді.
Ал енді қазақтардың басқа да орталықтары ашып атыр, есіп атырмыз. Мен айтам, 5 орталық болсын, ол бізге аз. 25 болсын, ол да аз болады. Өйткені біз 100 мың қазақпыз. Сондықтан өзіміздің жерімізде қазақ болып қалу үшін осындай орталықтар керек. Осында тегін жұмыс жасап атқан қыздар мен жігіттер керек. Біздің сапалы жағымыздағы, сапалы қазақ екенімізді көрсету керек біз дұрыстап тұрып. Осы жерде өзіміздің жерімізде, баяғыдан тұрып жатқан өзіміз жерімізде, қазақтың есін шығарып, нағыз қазақ қандай дегенде, мына омбының қазақтар екен деп айтып кетсін біздің бауырларымыз сол. Сол үшін осындай жұмысты істеу үшін бізге осындай орталықтар да керек. Біздің осындай қыздар мен жігіттер де керек. Ал сізге бүгінгі күні естелік үшін осындай Мұхит деген белгілі біздің суретші, художник, Қазақстанның Мұхит деген мына мрамормен жасалған арқарды беремін. Бір ақын айтыпты: «Қазақты жамандама, қазақ бала. Халқымыз қазақ деген азақ қана, мәңгілік ай үстінде, жер үстінде, қазақтың жанашыры қазақ қана». Девушка соловей, джигитс каковой конь. Жизнь проходит, не замечает ни он, ни она. Торопись, мой родной, коротка она жизнь. Баспадым жарыдың шетін құлай мәде, үшпедім арықтан солай мәде. Қорқамын дұс болға жаман менен, тар жерде ер төқімін сұрай мәде. Қыздар бұл-бұл жүгіт түлі-түл, өтіп барат өмір құрғыр. Халявляйлем, халявляйлем.
руководитель Гузалия Чумарова. Толерантности, почитание старших, уважать власть.
Он очень радовался, когда в области и городом пришли руководить Виктор Назаров, Юрий Гамбур, Вячеслав Вороковский. Профессионалы своего дела, говорил он. И он не ошибся. Сегодня строятся комфортабельные микрорайоны, ремонтируются проспекты и дороги, открываются детские сады и школы. Поддержка сельхозпроизводителей и среднего малого бизнеса мы сегодня ощущаем на себе. И отдельно хочется поблагодарить за преображение проспекта улица Чеханова-Лиханова. В Омской области проживает и, пожалуй, самая многочисленная национальная диаспора России. Более 85 тысяч этнических казахов. Именно в Омске открылось консульство Республики Казахстан. Президенты Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин договорились об этом же в Омске во время форума приграничных регионов двух стран в апреле 2003 года. Руководство нашего региона, казахстанское представительство, выделило историческое здание в самом центре города. Мало того, оно символически находится на улице имени Чахана Чингисова Валиханова, кстати, выпускника Омского кадетского корпуса. Рядом с корпусом стоит памятник Чакану Валиханову, подарок от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Аличана. И в заключение хочу поздравить с 15-летием автономии всех аличей, пожелать президенту автономии Бакулину Бате и его команде достойно продолжить начатое Анарбеком Хаджи дело, реализовать задуманные планы, открыть казахский культурный центр, построить новую мечеть европейского стиля, принять непосредственное участие при праздновании 300-летия нашего любимого города. Для этого надо привлечь активных братьев, руководителей, бизнесменов, директоров всех форм собственности: Сусупаева Кабулда, Тулева Гайдара, Альжанова Бахаджана, Рахимжанова Абая Курмашевича, Айтенова Хамзе, Айтенова Кайрбека, Мусаинова Кайрбека, Абденова Товстана, Саткена Жумабая, Сарсимбаева Марата, Ермака Жумабаева и многих других достойных представителей нашей общины. Спасибо за внимание. С уважением, Жулусов Кайртай.